Доброго времени суток, ребяточки. Посмотрите, как обмелела наша река, речечка, канал. Что даже утки могут пешком перейти. Вот такая река, речечка. Обмелела совсем. Но это все из-за того, что дождей нет. Ой, цапля. Ребята, какая была цапля там, а я не видела. Ладно, сейчас мы ее на дереве заснимем. Вот она, цапля, куда прилетела. В общем, в обществе бакланов. Сегодня их аж 3 штуки. О, сидят греются на солнышке. Ребят, что интересно, я заметила, они только с утра, потом они куда-то улетают, так как они здесь охотятся внизу на речечке. Вот, потом сидят греются. Ну и наша цапелька, вот она. Это дерево облюбовали, видать, все. Оно очень удобное. Ой, куда ты полетел? Бакланчик полетел на охоту. Чакуль, пойдем. Пошли. Пасха вся в красной зоне будет. Никуда нельзя будет переезжать. Ни в какие церкви ходить нельзя. Единственное, можно посещать родственников. И то в строго ограниченном количестве. Не больше 2 человек. В общем, Пасха грустная. Чак ревновал к малышу. Как это так, моя мама? Никому не там. Что это такое? Как это так? Не позволю. Нет, мама, ты моя, только все. Ты только моя. Да, да. Да, Чакушка, я только твоя. Молодец. Как ты делаешь? Ой, ой. Вот как щеки раздуваются. Ой, ой. Это питбульчак. Питбульчак. Трипи, трипи. Питбульчак. Питбульчак, 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 питбульчак. Чак, питбуль. Ха, давай, давай. Давай. Трипи, трипи, давай, давай. Давай, давай, молодец. Давай, давай. Вот, молодец. Давай, давай, еще. Давай, сильнее, давай, 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 давай. Давай, хоп, побежал. Нет, не побежал. Нет, нет, держит крепко. Нельзя побежать. Сильно крепко держит. Сидеть. На! Нет, тебе там нельзя, не трогать. Нельзя. Я должна ударить. Сядь, сидеть. Выдержка, где твоя? Где твоя выдержка? Вот, язычок ты лазок. Нельзя. Мама должна ударить ножкой. Нет! Оставь. Чаки! Сидеть! Ух, я тебе дам.
Сидеть. Молодец, нельзя. Сидеть. Мама должна ударить ножкой. Тихо. О, вот так. Вообще выдержки нет никакой. Сидеть. Нельзя. 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 Можно! Ребятки, все, мы закончили нашу прогулку. Мяч уже почти вот такой, еле живой. Тихо! Сказала, закончили уже тренировку. Хватит. Все. Я показываю мяч, не трогай. Во, все уже вон. Скоро доберется до внутренностей. Но пока еще живой. Ты, терминатор. Потрошитель мячей. И вообще, всяких палок. Ладно, ребят, пока-пока. Пока.